На станции Минусинской скорой помощи появился новый реанимобиль. 2 миллиона рублей на приобретение «Газели», которая оборудована современной медицинской техникой, дала Минусинская ТЭЦ. В машине пациента можно будет подключить к сердечно-легочной реанимации. Это позволит доставлять тяжелых больных на большие расстояния. По мнению минусинских медиков, реанимация на колесах жизненно необходима. Таких скорых сегодня сильно не хватает. Национальный проект здоровья, значит, он уже закончился. Поступление новых автомобилей по данной программе не предвидится. Вот. А те автомобили, которые мы получали ранее, они уже практически имеют 100% амортизационный износ. Так что данная машина, конечно же, большое подспорье.